В прямом смысле взрывной коктейль приготовила жительница микрорайона Серебрянка. На балконе вспыхнули пары ацетона. Дама варила опий и, видимо, не рассчитала пропорции. От кулинарного шедевра выбила раму и стекла и едва не начался пожар. Следом за частями лоджии вниз четвертого этажа полетели и горящие кастрюли. Сперва на место прибыли пожарные, а уже потом стало понятно, что на адскую кухню стоит вызывать и бойцов наркоконтроля. С шеф-поваром пообщалась и Александра Штемплевская. Сегодня балкон без рамы и стекол одиноко выделяется на фоне других. Его печальную историю знают во всем дворе, как и историю хозяйки. 33-летняя дама давно употребляет наркотики, но если раньше за дозой опия ходила в гости, то в тот раз впервые решила приготовить зелье сама. А первый блин, как известно... Решила первый раз дома сварить наркотики. До этого сама никогда не варила. Ну, неудачно получилось и загорелось. Загорелся балкон, вылетели стекла, я успела потушить до приезда пожарных. Есть информация, что перед тем, как готовить, кухарка приняла пару таблеток трамадола. Она хоть и знала секретный рецепт, но, видимо, перекипятила раствор. Пары ацетона вспыхнули и выбили раму. За частями лоджии вниз с четвертого этажа полетела и посуда. Первыми на месте были пожарные, потом вызвали и милицию. Поставила... Используя там однокомфортную электрическую плитку на балкон, залила, то есть это бытовой растворитель, добавив туда наркотические ингредиенты. И вот в определенный момент уже данная смесь вспыхнула, произошло возгорание, от взрывной волны были выбиты стекла ее балкона, и уже испугавшись ответственности, она уже, скажем так, бытовую посуду с уже изготовленным наркотиком выбросила из окна балкона. Несмотря на очевидную картину, посуду и утварь отправили на исследование. Эксперты подтвердили, в кастрюле действительно остатки опия, а значит, кухарке грозит статья за изготовление наркотиков. Только чудо, что ни она, ни кто другой не получил ожогов. В квартире находились еще ее отец в это время, который спал. То есть он не понимал, что происходит, и, в принципе, никто не пострадал. Пока задержанная находится в ВВС, значит, какое-то время соседи смогут пожить без резкого запаха в подъезде и риска оказаться на пороховой бочке. Хотя повторять кулинарные эксперименты дама и сама вряд ли решится. Повезло, что опий варили на балконе. Если бы аналогичный взрыв случился в квартире, последствия могли быть куда серьезнее. Очаг возгорания был бы больше, как минимум выгорела бы жилая комната, как максимум могли быть жертвы. Александра Штемплевская, Александр Каранкевич, Зона X, Минск.